Ёбаная фанпейка, нахуй. Вы чё, вчера всего 3 босса убили? Да. Фига вы герои. Да. Ну они ж поломали нахуй этого пидораста, блядь. Искры спавнятся, блядь, весь бой нахуй. И выходят, блядь, каждые 10 секунд. Чё, рил? Да. И самый прикол в том, что мы как бы пробили его все, мы прохилили, все пиздато было. И мы в берсу уперлись, 300 тысяч не добили. Ну, ебать. Просто получается, пока вы бьете, пока мы бьем босса, выходит такое количество искр, что по факту в сумму сложить этих искр, получается, не знаю, 12 миллионов, наверное, 15 в них уходит, блядь, урона. Еще пару боссов, да, можно таких убить, нахуй. Ну, блядь, полбосса, блядь, нахуй. У него сейчас в харде, вот сейчас у него 24,5, вчера было 29. В харде, по идее, у него должно быть сейчас где-то 38. То есть, блядь, вчера мы били 45, у него почти 46 было. Если сейчас будет 38, люди плюс-минус те же, только добавился смекалка, который, в принципе, дамажит нормально. Дох должен тоже дамажить нормально. Денис, ты ПМ видишь, что я тебе пишу, или нет? Слышишь? А мне робота сразу танчит, алло. Да? Не понял. Я просто льдамнулся. А, не, я ДК не буду заходить. Я не хочу что-то. Через сколько он пройдет? Не знаю, минут через 30 может. Ок, дракона, если у тебя с собой регейс, я тебе второе кольцо могу чернуть, оно у тебя не зачарено. Я думаю, он его продает обратно, экономит бабки. А, он говорит, что инчант скинул. Как я тебе зачарю, это ж кольцо, туплю. Он инчант скинул, у него все равно нету инчанта. Я понял, я говорю, я тебя зачарю, я же только себе кольца могу чарить. Ну, кольца только себе можно чарить, это да. А вы где таких сов понабрали? 217, 221. Спиздили, блядь. 208, как говно, залазю сюда. Ничего, прибарахлишься еще. Да я 3 раза проходил, там на замене просидел, так, с бургами начал гонять. Шапку тебе надо выбить. Хотя бы с Накса. Угу. Чтоб можно было нонсет штаны взять, там неплохие. 26. Я если возьму, у меня для нонсета вот 2 шмотки валяются пока. Любую поменять это можно. Так, кто сейчас последний заходит? Женек и еще кто-то, да? Ну да, надо ждать кого-то, бля, я не знаю. Сейчас кого-то возьмем, блядь, похуй кого, блядь. Не танчить робота, да? Сразу и дальше танка. Да, Славка, ты танком. Этот, маги ебаните в Далран, я спекнусь. То я, блядь, в ретрике был. Серьезное собрание будем хэм делать. Я не знаю. Да хотя бы посмотреть на него, что ли. Посмотрим, что они сейчас сделали с ХП, с уроном, со всей хуйней. Так, а вы сколько раз его вчера траили? Или не траили?
Много. А что, вот этот глаз про матери, это нормально на хило с критом? Да, говно. Крит же нафиг как бы не нужен ордру. Говно. Лучше ничего нет. Искру жизни пытаюсь выбить с этого, с Калагарна, не падать. Посох клёвый. 232-й. А мог что-нибудь другое поставить сейчас. Сука, кто на бафе додумался написать улучшение блока 2N, блядь? Вот это можно поставить, она такая. Ну или вот это 3 не тоже. Это... Ага, на ордеру вообще зайдет. Ага. Это в десятки. Ну я понял. Скал. Ну вот этот символ охуен. Скажатницы падают за три. Угу, скажки. А, точно, точно, да. Я вот, наверное, себе хочу. Ну, в чем прикол, то что пишется скорость атаки, но при этом повышается просто скорость. Да. Прикольно. Еще будем по 5 заменить на дух. Ну вот с духом падает такая с ПД, но собрание хэм. Сложно. Сложки. А, мы не убиваем пока. Да пока с это походить. Разница. Женек, братик, ну что там у тебя? Ну, Мося. Да, нахуй, коллапс у меня, блин, тут. Скоро он, нахуй, в окно у меня полетит, блин. Короче, нахуй, я скачал эти файлы, блядь, с сайта, нахуй. Но теперь у меня, блядь, проверка клиента вылезла, и она просто, нахуй, не идет нихуя. Нахуй ты проверяешь. Когда я вхожу через... Обычный файл, который я входил до этого, у меня просто, нахуй, вылазит черный экран, нахуй, с белой какой-то залупой. И вылазит ошибка. Блять, что у тебя за ебучий компьютер? Я нихуя не понимаю. Перезагрузи его, нахуй, зайди, блять, просто в игру, блять, и все. Через папку... Не заходит, и... все, теперь не заходит через значок. Закрой этот лаунчер, закрой, зайди папку игры, зайди через этот... Я говорю, не заходит, я захожу через ярлык, просто это черный экран. Это пиздец какой-то, ебать. Мы что, первый раз Warcraft нахуй скачали? Ну что, не понимаешь, как нахуй раздуплить эту залупу? Я знаю, как раздуплить. У меня жесткий диск есть, я скину по новому Warcraft нахуй, и он пойдет. Потому что я уже так делал. Пиздец. Я хуею, мы стоим, блядь, 40 минут нахуй ждем. Ну, блядь, значит, без меня нахуй. Я нихуя не могу сделать, проверка клиента, все нахуй. Который нахуй еле движется, блядь. Сделай нахуй интернет нормальный, блядь, с телефона, сделай всю эту хуйню, блядь, и зайди спокойно. Сейчас проверку через телефон попробую, хуй. Ну кого-то да надо искать, наверное, да? Кто зашел в Discord сейчас? Я, Мося зашел. А, Мося. Блядь, ждем Женька, нахуй, шо, блядь. Если там разъем 3.0, она скачаться за 3 минуты должна, жесткого.
3 минуты на скачивание, зашел, старый удалил, все. Да у меня проверка клиента теперь, это ебано идет. И даже на жестком? Останови ее, удали. С жесткого полностью. Я не скидывал еще. Ну вот удали ее полностью, с жесткого поставь, да и все. Ну там с жесткого все равно, наверное, придется дообновить. Я-то... Сейчас я еще раз... Здесь пока негде трэш почистить. Ну, вот, то же самое будешь. Поломался нахуй. Реально, да, 12-4 тела, но так тренером срезали его сколько-то. Этот. Живай ты тут? Да. Давай я в танка. Зачем? Ну, милихаст будет. Та-та тем кинут. А? Нет, не кинут. Здесь нужен этот от силы природы же, нет? Ну да, у нас два шамана всего. Нет. И че, мы пьем саппорт или СПД? СПД. Сейчас ждем 5 минут. Если он за 5 минут нихуя не сделает, без него ебанем робота. Вон в Ги еще есть какой-то Хархус ФДК. Ну, Хархус бери. 207 или 221, блядь. Ну, он... Повесь сейчас типу просто так КД, потом его поменять. Не, ну если женька-то не будет. Может он сейчас в ПВП шмоте. Хархус нормально. А в ПВЕ вообще 190. Нет, он снимает, он нормально был. Ну что, по-моему, он с нами был. В каком-то рейде видел его. Хархус или Даркхолм, оба нормально просто. Даркхолм ливнул с гильдии вчера. Минус Фрост, что сказать. Кто-то зашел в лес. Маговский столик есть, берите сразу все. Что еще раз? Маговский стол стоит, берите все, жрите. И лок раздуплился, зашел, блядь. Че, смотреть? Нет. Второй, который там на W у него ник. Ты будешь заходить в игру, нет? Буду. Давай, мы тебя возьмем, доберем пока, потому что ты по КД. Я клиент скачу сейчас, у меня клиент удалился. Пиздец. Бля, это что, зараза нахуй? Я женек укусил. Че за женек? Ну, блять, потом узнаешь. Побольше развития. Вчерашний ДКшка, на которого орали. Не, он тяжелый, нет. Если он укусит, это беда. Щелкнул нахуй минус. Я сколько в этой гильдии, столько женька больше всех слышал. У него всегда орут. Знаешь, это как у нас тонко-тонко-тонко хотя бы приятно. У тебя там долго?
А кстати, это Тунга, наверное, и есть, просто ник сменил. Тунгаскадор, который, блядь, недоразвитый, да, дебилок, да, блядь, я шо помню, нахуй, блядь. Ох и дебил, господи, блядь, прости, нахуй. Дай мне говорить Трини, она мне нужна. Вот, блядь, у меня две Трини, 290, он, блядь, у меня хочет спиздить Зуламана, нахуй, на твинга, в которую я выбил, блядь, себе, блядь, зов Берсерка, блядь. Блин, ну на него вообще угорали в гильдии. Да он чистый, блядь, отмор, ебать. Ну чё по тактике, если редж 10, можно никуда ничего не выносить, хватает дистанции. 30% только скинулось у меня, 32 с жесткого. Сейчас, ну, сейчас попробую. Это еще хуйня, тебе его обновлять надо. Короче, кто зайдет, да, он, первый? Я недавно его... Недавно скидывал его, вот буквально. Да. Сейчас я с телефонного интернета, я потом эти файлы обновления быстро скачал. То есть они так буквально за 3 секунды все скачались. Только хуй знает, сколько мне их там качать, от какого числа. Еще лима. Альзер, это у тебя долго качать? Минут 5-7 около. Короче, берем либо Альзера тогда, либо Женька, кто там справится первый, блядь. Ну, я думаю, Женек не успеет. Берем Лука тогда, если что, мораль, тогда вправду спихнем тебя в танка, чтоб у нас мелихоста вся хуйня была нормальная, полноценная. У меня скоро энергия кончится. Какая жизненная, блядь? Да. Таргетцы. Я зашел, купил кофе. Силы покидают тебя, да? Да, я стрим нихуя не делал, мне так спать хочется. Ты побегай, побегай, блядь. Я ну, в смысле, не персонажем, а просто по хате, блядь. Мне жена пиздец тут уходит. В подъезд выходи, ебаш по подъезду, блядь, вверх-вниз. Блядь, это шо, что надо, блядь. Хотя бы. Мне, короче, лень. Надо было изначально это делать, не сидеть сегодня. Ну, кстати, сейчас посчитал по времени, что я бы как раз дейлики доделал. Снова убили. Чисто изи, да. Бери его и погнали. Давайте заходим все, ставьте шкаф, ставьте рыбу, всю хуйню. Да, если что, уже в танке. Пусть вводят туда в ретрика. Релогать, если что, там с машиной с этой ебучей забагалась, блядь. Угу. Шо, долго не получилось. В ретрика, да, спекаешь? Да, Слава, ты дох перезаходит, на нем на его персонаже сидел Денис. Чё, давайте Денису литературе отдадим. Теперь сколько сов, это впервые вижу. Рыба стоит, успевайте кушать. Самое... Вася, нажми Alt F4, перезайди. Что ты там тупишь, я не пойму. В смысле, что такое? У кого там с машиной с этой, с вашей проблемы были? Все, закончились? А вы куда, подожди? Антон, давай заходи. Взяли, сдохли. Кто сдох? Дайк. Ешьте рыбу быстрее, рыба стоит. Раздавайте бафы, мазбафы, лоя, раздупляйся. Можете ли давать? Смекалку. Окей.
Кто под друидом дал кулак, у нас ни одного кота нету. Можно прото заменить, если есть протопал. Не, прото нет. У нас ДЦшка есть все равно. Разбирайтесь, по аурам там паладины. Лоя, давай просыпайся, блядь. Можно ретриковскую на огонь заменить, от бомботов огонь, взрыв идет. Огонь стоит, так, по идее. Мы сейчас поставили только. А, нет, стоп, я тогда. Ну пусть будет огонь. Нормально. Чекай на готовника. Да я чекаю, что он все равно фкшит, блядь. Я ему уже в диссе написал. Да, фласочки припейте, хилы там сопроты, всю хуйню, если не уверены. Камень душ возьмите. Да, возьмите, кстати, огурчик, блядь. Что за ебанутая привычка отходить на полчаса, ну блядь. Клондайку винту бахните. Ну знаешь, как-то на работе стояли, угорали. Все. Подошел? Все, блядь. МК там обменялись, всю хуйню сделали, блядь. Чек на пул даю. И так стоим нахуй полчаса уже тут. Пуляй. Все на пулы в мораль. Следите внимательно за метками, за всей хуйней. Фласки выпейте. Да, фласки припейте. Я думаю, стопать не будем, будем просто пиздить его и все. Сережа, стань в рейд, не надо там стоять. Люди будут выносить код за тебя. То же самое касается Джека Ханта. Че лагает, пиздец, у вас нормально? Выноси версик. Приготовили там поты, хуёты, всю шляпу. Сейчас упадет сердце. 76. Гера. Смекалка. Сзади. Бомбот сзади. Стандарт ему. Откиньте его. Большой подведите. Не успели. Вайп упали. Будем стопать, значит. Не бейте никто сердце. Вайп упали. Подошли к боссу, а никто не дамажит. Будем стопать. Стопнем на чуть-чуть, ничего страшного. Перевели, что ли? Нет. Не перевели мы ничего. Стойте в мелизоне, не бейте. Под мобов под этих, чтобы они убили с кливом. Сейчас стопнем на 2 секунды. Переведем. Он ебанутый какой-то, видишь? Ну все, стойте, ничего страшного, сейчас уже все почти поумирали. Если даже сердце не бьешь, и он разрушается? Да странная хуйня, как-то я хуй знаю. Хорошо, они его починили. Да ремонтируйтесь все. Бля, ну 300 выпуска, столько урона, в сердце это сильно, конечно. Это хуёво. Это просто пиздец, слов нету, блядь. Кого-то ты чуть-чуть ближе, если так будешь вносить. Да я просто с бомбой был с гравитационом. Угу.
Ставь это... рыбу, кушайте быстрее рыбу. Валера, ты там тотем на СПД не забывай ставить? Да, стоит. Чё-то пиздец, пинг 6-7 смотри. А мне пинг 18. Ну, ты с хайпком играешь. Видимо, что-то случилось. Пинг 18, 60 кадров. Что там еще есть слот или все? Походу уже все. Ну ты зайди, а там будет видно. Он какую-то сову там, которая... Да, меняй сов, ебать, зачем 4 совы, что за... 100к, потому что нахуй, сейчас Женек как задамажит нахуй. Какая-то пвпшная... Какая-то... Что, есть слот еще, не? Сейчас нет. Нет. Что вы предлагаете поменять? Человека, которого только что добрали и приняли ему КД? Ну, спросить, если меня он слыхать, не против. Нет? Слыхать. Спросить просто, если он не против. Если против, то... Если не против. Я не обижаюсь. Ты Серега говоришь? Ну, прикольно, да, он принял КД, почать ЕП, да. ЕП это понятно, что мы ему дадим. Ты зашел, Женя? Или ты спрашиваешь, слышно блядь, меня, авансом нет? Нахуй? Слышно, блядь, включи звук. Ну, нет. Че, вышел? Сука. Женя, ты зашел в игру, нет? По-любому колонки выключил, блядь. Алло. Алло. Женя, тебя не слышно, блядь, все, еще и микрофон по пизде пошел. Ёб твою мать, блядь. Кто говорит, блядь? Напишите ему в дисе. Что, не слышно вообще? Слышно, слышно. Что, ты зашел? Нет. Короче, все, я скинул. Сейчас обновление качается, но сейчас скорость под 3-4 мегабайта. Уже все, 65%. Мы робота убьем, потом разберемся. Хорошо. 56. Давай чек даю. Ты говори, когда ты зайдешь. Да, пока убей. Хорошо. Все, все были готовы, пуляй. Весь мозг выебал, блядь. Сдец, блядь. Мне все равно там с робота нихуя не надо. Сука. Мне остался 1-8, чтоб 4 штуки. У нас полдняк сейчас. У кого звук включен, блядь? Ладно, нет. 78. Стопайте по боссу. Все стопнули по боссу. Выноси. Ждем откат. Прохиливаем раскаты. Выноси лук. Блять, эта хуйня по 3-300 бьет, била, блять, по 4. Так, готовим Геру, вынес лок опять. Готовим Геру. Поехали. Бомбот у Лока. Все, перевели. Не знаю, там нужно сердце вообще в соло разъебать. Я 700 тысяч дал. Лока подстреливаем. Нормально, я просто мог. Блять, мобов, говорю, отстреливаем РДД. Алло, блять, они его хилят вообще-то. Вынес метку, дох. Все милики играют искры. РДДшники бьют босса и мобов, которые подходят. Я не вижу щита ДЦ на себе. Почему не щитуют людей, которые выносят черную хуйню? Сейчас выйдет искра, бьем искру, милики.
Лоя. Лоя! Венесса. Ближе. В искру. Приста БР. Вася. Гимн на ХП. Лука. А чё за хуйня за хилом? Алё, блядь. Лагает. Вайп упали. Миша, даешь первую сакру. Егор, даешь вторую сакру. Вы можете, блядь, хилить метки, которые выносят, сука, эту хуйню, блядь, или нет? Я, сука, варом чуть не отъехал, который чардж дает, блядь, с этой залупы. Щита на мне нет. Клондайк, что у тебя не получается, блядь, щитовать людей? Танка тебе хилить не надо. Тебе надо щитовать, нахуй, весь рейд, блядь, просто все. Я не спрашиваю вопрос по ХП, я спрашиваю, где щит. На мне не было щита, я выносил метку. Просто видишь, по-разному можно за ДЦ играть. Либо хуярить в тупую, обновлять щиты, либо хуярить щиты в какой-то определенный момент, когда нужно. Ну, может, дебаф висел, типа, еще секунды, типа. Да. Срез, а ты хилил вообще, нет? Он лагает, сказал. Хуяно. Цепнуха жалко, когда просто потому что у меня ничего не видно. И ты сказал, падаем, а короче, босс у меня еще вообще никто не покоцал. Я не помню, искру все бьют или только милики? Милики. Только милики. Типа когда пинг. Сделаем босса. Так, будут искру бить милики и ханты. Все РДДшники, кастеры, пускай бьют босса до талого. Можно сейчас с тем, что они порезали, в принципе, всем бить. Просто, чтобы искра лопалась, блядь, мгновенно, и хилов это грузить не будет. Давайте будем все искру бить. Пык все это добьют. Рыба стоит? А, вижу. Если ХПСа не хватает, можно версикалу молитву исцеления костянуть, эйфорине пару цепух на хил. Серега, я тебя тогда поменяю, хорошо? Давай. Шкаф поставьте. Я тебя потом начислю ЕП там за всех боссов, которых убил. А может у него хилу есть? У вас хилов вроде хватает. Тебя разлагало стресс или нет? Давай перезайди. Можно эйфорину поставить, похилить. Потому что лагающий хил это печально. В 6 хилов хилить? Не-не, срез подамажит. Че это, Я сгорю, что у меня все заебись. Сердце сгорит, что хуй. Так, проверяйте бафы на себе. Женька, забафайте, пристабав лапу. Возьмите тогда на мое место буксола, потому что это пиздец какой-то. Ну да, лучше будет. Серьезно, 5000 будет. Верни буксол, если сразу будет. 5000 это нереально. Серега, а ты не ушел там никуда далеко? Не, я остров формлю. Все, возвращайся. Ставьте шкаф. А один из хантов пусть этот ауру от природы дает. Да, Джек, да. Джек, поставь листик. Будешь весь бой с листиком. Главное, чтобы не сдох. Он принял, оно не принялось. Давай еще раз.
Ну там не выкинул, наверное, еще срез. А, Женек, внутри на меня лезет. Не Женек, срез, наверное, тут. Сейчас телепортируюсь. Скажешь, как принимать? Уже такая, по идее, уже все. Тебе стрим подрубить? Давай, Серега, ты тогда в хила. Рыбка лежит. Рыба стоит, кушай. Бафы дайте под друиду всю хуйню. Каска, лапа, пристабаф, интеллект, стамина. Натарь вышел с ульды, сразу лагать перестал, че за на. Серьезно, я сейчас не ломаю. Может, типа в процессе боя типа начинает лагать? Не, бывает то, что от определенной локации начинается лагерь. Танка хилит Ладомир. Этот. Клондайк. Считуешь всех, кто выносит искру, считуешь всех, кто выносит черную хуйню, и сопровождаешь их в течение всего времени, пока с них не выйдет искра и пока он не выбежит с черной лужи. Просто хилишь него исповедью, блядь, и все, когда он выбегает с лужи. Это не тяжело, я думаю, да? Вообще, я думаю, хпшки лучше щит кидать, чтобы под ускорением они могли выбегать. Все были готовы, пуляй, мораль. Сдох. Отходи дальше, оно ебашит, блядь. Дальше притянет нас. Короче, начал. Давай. Так, что пойти по боссу? Я сейчас Женьку домастерею. Да, в Женька заряжай, пусть ебашит. Так, я все равно не дамажу, нихуя буду переводить. Подходим, милики, в мелизону. Прохиливаем раскаты. Сука, на мне эта хуйня, блядь. Так, готовимся. Сейчас сердце упадет сразу, блядь, и гера, блядь, вся хуйня, работаем. Поехали. Гера. Бомбота, отстрелите. Прохиливаем рейд. Версикалор и Мося. Мобы, которые будут идти, вот эти все в рейд, они ваши, отстреливайте их. Иссушение, гроза, блядь. Буксол вышел в мелизону, подходи. Ближе сюда к нам. Не прям к нам, блядь. А рядышком. Сейчас выходит искра, все в искру. Бейте все искру. На мне. Серега, смотри, вот сюда надо искру выносить. Угу. Так, раскаты прохиливаем. Искру. Лок. Все в искру. Женек вышел. Быстро, не спать. По боссу.
Лоя. На мне, да. Да, хорошо. Сейчас выходит искра через... Вышла, в нее все. Прохилим. Искры надо просто ваншотить. Влетайте в них все, блядь. Подними рейд, садится пиздец, воет. Поехали в искру. Так, прохиливайте. Че дальше? Блять, Лок, ну что это за хуйня? Где портал, блять? Вася, поднимай его. Фул бушон только что исчез. Забафали Лока. Каска, лапа, пристабаф, стамина. Сейчас выйдет искра, в искру сразу. Забафали лоб? Искру. Так, прохиливаем это дерьмо. Буксол. Быстрей, 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 Сережа. Сюда, к нам, ты не туда побежал. А, это искра? Блять, Сережа. Это искра. Миша вышел. Миша, 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 Ладомир, быстрей. Не спать, нахуй. Мораль, прожмись. Прист. Гимн на ХП, ебаните кто-нибудь. Искру, искру, искру. Лоя. Версик, сюда к нам ближе. Весь рейд сместите чуть-чуть правее. Женек, тебя это тоже касается. Прохиливаем рейд. Меня проебали. Ладно. Хильте, 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 хильте. Сейчас выйдет искра. Все в искру, быстрее. Больше урона в нее. Залили ее дерзко и дальше по боссу. Поднять тебя, нет? Подожди, сейчас я настройки поставлю микрофон. По голосу. Давай, БР меня. Так они вставай. Захил сразу, бафы дали. Валеру там не проебите. Версик. Рейд, левее чуть-чуть. Все левее. Не цепляйте урон от искры. Поехали. В искру, в искру, в искру, в искру больше. Миша, бабли там хуйню эту. А говорю, Миша, бабли, блядь, Миша, похую, блядь. Прохиливай дирейд. У кого есть БР? Ладомир уехал, блядь, буксол, блядь. Почему, нахуй, опять, ебаный в рот, вы не хилите метку, блядь? Ну вышел же ж паладин, вы видите, что это холипал. Ну, блядь, прохильте его, ебать, щит дайте в него. Какого хуя он там умирает, блядь? Рога вынес эту хуйню. В искру резко сейчас все. В чем нахуй проблема, блядь, ебаным ДЦ, блядь, играть? Жать, блядь, одну кнопку, ебать, и исповедь.
три хила с нулем маны. Гим на ману дайте. В искру все. Гим на ману. Версик вышел. Тучей там выйди с этой хуйни. Дайте мы оставим фридом, дайте хуидом. Нажмите паладина. Тучу нажми, версик. Гим на хп есть? Версик, выйдешь, дай гим на хп резко. Вынес искру, рога. Вот опять, Миша упал, блядь, рейд по пизде идет. Я не пойму, в чем проблема нахуй засейвить? Нахуячить вам каждому по косарю, чтобы вы раздуплились, блядь, или что? Как взбодрить, блядь? Плыли, под конец срём, нахуй, блядь. Дайте какой-нибудь сейв. Играйте по боссу, играйте все по боссу. Вынеси искру из рейда, блядь, играйте по боссу до Талова. Держи его, блядь, жмись. Доигрывать эти 400к ебаные, блядь. Убиваем, как бомжи, нахуй, вонючие, блядь. Рейд, блядь, мертвый весь. Прожмись, мораль. Бомжа съешь там, я не знаю, что не будет. Да уже, Владимира ж нету. Красава, бабл есть? Красава, что им там? На коляске нахуй, ебать, давай. И берста. Ебать, да ну. Берста была? Да. 11. В чем проблема, блядь, удержать Владимира, нахуй, чтоб он был живой? Объясните мне, нахуй, пожалуйста, два приста, два друида, блядь. В чем нахуй проблема закинуть в него ход и щит, блядь? Вот это, ребята, ну, я скажу, конечно, можете нахуй послать, но в данном случае, блядь, надо было, чтобы люди не падали. Я говорил до пула, ну, типа, вы можете хуй забить, не слушать, но этот прист ШП может кастануть молитву исцеления хотя бы один раз, блядь. Он такой захил охуенный, по 5000, по 5 людям в пати, которых ты хилишь. Эфарина может пару цепух дать. Вы видите, пол ХП у рейда нет, хилы рыгают, блядь, метки выносят. Им нужно метки сейвить, а у рейда пол ХП нету, блядь. Пару ну, я тебе скажу, если Калор нахилил, блядь, 550 тысяч. Ну, ему вообще вопросов нет. Так он бы еще больше нахилил. Он это только от объятий хил. Он бы помог вот именно в момент, когда ой, надо помочь. Все пожирающие чума, ну а от объятий... Давайте, ну, типа, колдайку шипа, я до тебя зайду. Ты дамажь. Просто молитва исцеления. Дамажь, пускай нахуй учится играть, блядь. Вот опять, блядь, выносит Миша. Миша уехал, рейд ушел, блядь. Что у нас один холипал, нахуй, получается, хилит, блядь, или что? Вася, а тебе там что, мозги высохли в твоем Sailor Moon, блядь, или что? Ты ж хилил, блядь, как царь, нахуй. Миша весь ХПС забрал. А при чем тут ХПС? Так и Миша, блядь, ты решил его уронить, нахуй, чтобы накрутить ХПС, или что? Давай, если Клондайк больше моего ретрика дает, может я тогда хэпал аспекнусь вместо него. А Винесса в ДЦ она посильнее вроде как. Я не знаю, сколько Клондайк правда дамажит. То покруче будет. Не, Клондайк больше абсорбит, чем Винесса. Да ты по сравнению со вчера смотришь? Да. А в ШП он что дает? Миша релогается, блядь, сейчас этот. Ну, в ШП он тоже нормально вроде как давал. Ну, если больше моего ретрика даст, попрофитнее будет меня спекнуть в ХП. А, нет, так, подожди-ка. Вроде нет. Ну, где там около того? Ой, ты рыбу поешь? Приз на баф.
Войд, у тебя сакраш есть, да? Нет, на хэпале мастера. Ты сейчас в хэпала хочешь спекнуться или что? И на ретрике тоже мастера. А, ну ладно. На протопале есть. А не надо. Этот Женек есть, в принципе, с хостой. Возьмите консервацию. Если что, Женек с хостой есть, можно мне потанчить. Будет мастера. Ой, блять, сакра. Зайдет, я думаю. Давай, Дуэр. Мораль больше тебя дамажит. Давай, этот. Маги дайте в Доваран. Будет покруче в 100 раз. Мораль, ванхолика спекнем. У меня, блядь, пока не одет ретрик, сука. Андрюлик, давай обратно в ванхолика. Да уже. А так у нас три сакры будет, да, со мной? Да. Ну, заебись тогда будет. Миша первую сакру дает, ты вторую, а артстайл, этот, Телдрин третью. Срез, а срез не вернулся? Ушел, все, спать? Наверное. Ладно. Сумоньте Войда, ставьте шкаф. Да не будет нихуя там пиздец, даже и без напула. А с напулами тем более не будет. Рога, триксуй тогда весь бой Женька. Ханты все напуливайте Вайда. Три напула Вайда, Рога, триксуй Женька, пусть дамажит. Слава, раздай тогда всем прота, я хуй знаю. Ага, сейчас раздам. Пускай висит. Чек на пул даю. Сейчас чутка ману резко. Пуг дракона, ты тут? Тут. Все были готовы, поехали. Сейчас. Напуливайте все в славу. Рога, триксуй Женька, пусть дамажит. Дох. А пока не хэм, сюда можно не подбегать, искры-то нету. Так, стопайте по боссу. Отходите, ждите откат триник. Джек. Так, Егор, выноси. Подходим в мелизону, милики. Прохиливаем сейчас раскаты. Он замер, да? Гера, поехали. Прохиливаем это дерьмо, блять.
Вы можете этих ламобов это отстреливать? ШП, сова. Пиздец, блядь. Они доходят до рейда, они хилят босса. Вы меня слышите? Нет, блядь. В чем проблема тыкнуть иссушение? Рома, проснись там нахуй. Вася вышел, в мелизону подходи. Поехали искру резко, все запиздили ее. Нечаянно. Держите, блядь, сову нахуй, не пробейте, блядь. Рога. Сейчас Владимир, да? Давай сакру. Хуярим искру. Под искру и раскат обязательно сакру. Рога выноси. Рогу не проебать. Хилить его. Опять на роге. Выноси. Сразу в искру. Появилась. Смекалка. Смекалка! Даю сакру. Слава, твоя сейчас сакра. Егор, твоя следующая. Егор, прохиливаем, прохиливаем. Быстрее реагируем на выносение искры с мелизоны. Искру. Бомба на мне. Искру запиздить. Быстро, 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 быстро. Меня не проебите, пожалуйста, блядь. Вася. Сейчас выходит искра сразу по ней. Одна секунда. Вася. Эрдру хилим не проебом. Защитовать его. В оленя выноси. В оленя прыгай, ебаного, блядь. Смекалка. По искре. Ману волшебник, надо. Выноси. Гимна манус, кастую, Рома, версикалор. Сакра, Егор. Пук дракона. Вот видите, как надо лужу выносить? Рядом плотно стелить. Владимир, искра на нем. Сейчас выйдет через 3 секунды. Сразу все в искру. Миша, чуть ближе. Поехали, искру. Быстро, быстро, быстро все в искру. Почему так долго, блядь? Вася, в олене там. Все красиво. Давай, 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 давай. Держим его. Все, не хорошо. Бог, сзади держит. РДД, алло. Искра в РДД, Жек, алло, Жек, проснись, блядь. В искру быстро. Не тупи, нахуй. Даю. Выноси лог. По инерам там сейчас инера откатится, заливайте в хилов. Кто там кому просил, блядь, сделайте все красиво. Правее рейд сместите чуть-чуть, не ловите искру. Искру следующую выносим с правой стороны, потому что слева лужа, блядь. Искры правее выносите. Держите, кто метку выносит. Венесса выносит. Хилим ее. Оба приста без маны. Гим на ману кастуйте. У нас 3 приста в рейде. Венесса, дай гим на ману. У версии как КД. Венесса, есть гим на ману? Дали? Сейчас там инера пооткатывается, он, смотрите, 30-40 секунд, ждите. Волшебник, ближе чуть-чуть. Черный выносим направо, место освободилось там. Искру, быстро, 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 все в нее. Сокру сейчас надо давать. Пук дракона. Хилим его. Женек, 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 быстрей, блядь, вышел нахуй! Сука! В искру! Хилим!
Хилим Лока. Версикалор. Сместился рейд правее чуть-чуть. Правее. Близко к нам подошел. Отойди. Сокру. В искру все играем. Быстро. Следующий топ от моя сокра. На тебе искра. Сейчас выйдет со Славика искра, сразу в нее все. Больше ДПС, а то опять в берсу упираемся. Бейте, бейте, бейте. Да никуда мы не упираемся, у нас 2,5 минуты. В искру все, быстро. Да. Сокра пошла, хилимся. Мосю подержать. Опять на войде искра. Выйдет искра сразу в нее. Сейчас все успеваем, она схватает ДПС. В искру, быстро все. Рома, выноси. Гимноману там, если надо, ебаните. Дай гимноману. У кого есть? Искру, быстро. Версик, ты выносишь там эту хуйню, да? Хорошо. Да? Сережа отъехал, блядь. Добивайте босса, миллион. Прожим поддал. Хуй на искру забейте, доигрывайте босса, 200к. Пиздец, блядь, ебать сложно, охуеть. Я понимаю, что без РШ мы хуёво, потому что тотема нет. 85, блядь, инеров, нахуй. Хотя впервые, блядь, упали танков, этот, сапоги, блядь, ёбаный. Ещё и на РШам. Шею бы взял, на хпала. Так. Плечи, пас. Так, кто у нас Сунчан там есть? Лоя. Уксол. Это кто-то гравитационную бомбу разлил, до меня достало, шотнуло, да? Наверное. Куда нас спать? У нас Локи вообще... Локи вообще искру не били, просто 0 урона по искре у Локу. Даже дотки не кидали. Ну, мы же вроде говорили не бить. Ну да. А, да? Ладно, сори, я сейчас проебал вспышку. Понимаю, наехал. Сапоги по мейнспеку забирает волшебник. Блин, конечно, по сердцу, кто там больше выпил. Моральту по 1, 160. Волшебник, тебе дали сапоги, нет? Сейчас скину. Отдались. Это по сердцу. Отмена, окей. Так, дальше. Шея. Винесса. Боксол этот. Винесса. Отдаю Винессе. Плечи на офспек забирает прист. Разбираю. Взлетайте в портал, кто там? Готовы хилы ебашим? Банить? Да. Так ливайте просто это говно, блять. Через ремонтников хуярьте просто и все, блядь. Косты сбивайте и кливайте, и все.
Разверни его, Слав. Чекайте мобов, может что-то упадет. На всякий пожарный. Так, смотрите внимательно под ноги за лужами. В РДД полетела. Одна и вторая. Отойди. Играйте по левому. Или лужа. Слава, проведи чуть-чуть, ее не видно там нихуя. Тоха, потешишь на собрании? Мораль пока больше тебя вливает. Лужа опять в мелизоне. Так, вот он уходит, как раз так и идем туда за ним. Там его в проходе в дальнем ловим. Аккуратно под сеночкой идем с левой стороны. Мобов этих не пулим пока. Ебать, мне показалось, он прилетел, блядь. Угу. Классно, блядь. Ебануться. Бан конченый, блядь, этот моб. Да его Локи гоняют, блядь, койлы. Так, правого забаньте. Так, в РДД полетело. Вот это манускрипт хороший на танка. С магазина? Угу. Да. Уклонение дает раньше. 450 блоков. А, да крутой. Ой-ой-ой, в мелизоне это хуйня, алло. Это какой-то огонь горит, нахуй. Встаем, бежим, это не босс. Не ждите реса, быстрее будет прибежать. Телепорт просто прям туда есть. Блин, вроде в РДД стоял. Я и сам не понял, оно от этого огня что-то все поотъезжали за секунду, блядь. Стан, если что, можно в каз давать. Не, когда я буду. Что, давайте попробуем собрать один раз в хэме тройнуть. Не пойдет, бьем у изи, блять, и все, не выдумываем нихуя. Мне кажется, он заебашит меня. Думаешь? Угу. Ну так-то тройнуть можно. Там один сдохнет, он уже сильно бьет, а когда последний, он будет там пиздец. Ну смотри, смекалки срезу нету. Опять-таки, главные танки, которые одеты. На 10% урон порезали, не 34. Да, ну типа вчера я порезанных бил их, блять, пиздец там. Все равно залетаю, да, крепко? Да крепко, ну. Сталилом. Ну да, да, все, нахуй, не выдумаем. Велосипед, хуярим обычку, блять. Калагард, кошатница, тоже обычку. Сейчас лучше тогда пойдем потраим, блять, Фрею в хейме. Ну да, это лучше будет. Тоха, спекнись по утэш, пожалуйста, потому что этот... Мораль больше пока тебя вливает. Что-то у тебя только не переоделся, шмот, блядь. У тебя тоже это управление экипировкой по пизде пошло, или шо? Да, кстати, было у вас такое, что мы по пизде. Да, там уже сказали, как эту проблему исправить. Это первый слот управления экипировки багается. Сохраняйте просто себе новый, блядь, и все. Владимир, кушай рыбу.
А, у меня все опять забагали слоты, блядь. Я тоже сохранял 100 раз, нахуй. Вроде нет, второй тоже багает. Там, короче, и... можно удалить, но нужно, типа, убирать галочку с управления экипировки. Нужно, короче, релогаться. Я не помню, как это сделал. Но я делал, так, я удалил все, выключил управление экипировкой, закрыл игру, зашел заново, включил управление экипировкой, создал, оно все работало, потом был дисконнект, опять та же хуйня. Ну, у меня, типа, то же самое было, только у меня удалился вместо двух один только. То есть, как бы, первый лес, но все второй нет. Типа, так, давайте, делайте PC-каки, раздавайте масс-бафы.